С русским воином через века. Новый проект библиотеки имени Пушкина направлен на патриотическое воспитание юных саровчан через основы православных традиций русского воинства. Александр Невский, Дмитрий Донской, Илья Муромец – все они до сих пор служат примером того, каким должен быть настоящий защитник Родины. С их жизнью и подвигами, с биографиями других исторических личностей и героев наших современников в рамках проекта планируют познакомить ребят сотрудники детской библиотеки. В ходе работы мы будем проводить в том числе и параллели. Русский мир, вообще русское общество сильно своими традициями. И очень важно показать связь поколений. Каких традиций православного русского воинства стараются придерживаться в том числе и современные воины. Люди, которые, ребята наши, которые участвуют и в новых боевых действиях, и участвовали в войнах конца 20 века. Большой акцент сделают на спортивно-патриотическое направление. Предусмотрено создание видеороликов и диджитал-проектов. Окончательная цель – создать виртуальную мемориальную экспозицию, посвященную русским воинам разных эпох. Привлечь в проект сотрудники Пушкинки планируют и наставников патриотических и спортивных организаций. Открывать экспозицию мы планируем в конце июля, в начале августа. 28 июля мы надеемся открыть уже готовую экспозицию виртуальную, и начнется знакомство с этой экспозицией, поскольку это виртуальная история, это уже индивидуальное знакомство. Люди, приходящие в библиотеку, будут знакомиться в течение вот 2 месяцев. Мы будем показывать. Свой проект Пушкинка заявила на грантовый конкурс «Православная инициатива». Из более чем 600 заявок жюри отобрало 129. Среди них была идея саровчан. На средства, полученные за победу, библиотека приобретет необходимую технику для создания виртуальной экспозиции и интерактивную информационную панель. Екатерина Опенова, Константин Островский, Сергей Рябов. Служба новостей «Саров-24».